дорогие радиослушатели, в эфире радио Японии, Всемирной службы NHK World. У микрофона Олег Высочин и Наталья Си. О погоде в японской столице. Стать час 7:30 вечера по японскому времени, без осадков, температура воздуха 5 градусов тепла. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. Приступили к перемещению загрязненных радиацией материалов. В субботу в городе Сендай откроется конференция ООН, посвященная снижению риска от стихийных бедствий. В рубрике «Взгляд» речь пойдет о третьей международной конференции ООН по противостоянию стихийным бедствиям. В четверг Северная Корея, как сообщается, выпустила 7 ракет.